Активными участниками международной эколого-технологической смены стали более 70 ребят. Студенты из Наманганского инженерно-технологического института и Елабужского института КФУ. Смена была организована в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Для студентов-иностранцев проводят занятия преподаватели Казанского федерального университета. И когда люди стоят, тоже, естественно, плохо. Вот хижунка – это такой инструмент, такой подход, который позволяет сглаживать производство в равную. А мы сейчас практикуемся в заводе КАМАЗ, и нас привезли вот в лагерь Елабуга. Преподаватели приходят, нам занятия проводят. Здесь очень гостеприимство, и нас кормят очень вкусно. Нам все понравилось. Студенты успевают не только получать новые знания, но и отдыхать. Играют в подвижные игры на свежем воздухе, принимают активное участие в вечерних мероприятиях смены, находят новых друзей. Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, пресс-служба Елабужского института КФУ.